Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды. В магазин сходим. Так, бесплатно откроем колоду. И нам здесь выпадет, ага, Бакстер Стокман. Чудесно. Так, что у нас по заданиям? Все в откатах. Здесь тоже мы ничего с тобой не получим. Так, погоди-ка секунду, а по предметам? Ничего нам здесь не нужно. А вот по монеткам, так как раз мы с тобой что сделаем? Да-да, возьмем 3 ДНК на нашего Донателло оригинала. 86 уже становится. Нам остается, ребята, всего 14 ДНК найти и прокачать его. Так, и по долларам у нас всего лишь 300 баксов. Так, ну-ка по списку глянем, что у нас тут есть ДНК у кого-нибудь лишний. Я хочу, ребята, это все распылить. Удивительно. А, вот здесь, конечно же. Давай, 105 сюриков получили. Так, вот, конечно же, Кирби. Смотри, 50 ДНК и всего лишь 1750 получаем сюрикенов. Мало, но все равно приятно. 40 тысяч у нас уже с тобой сюриков. Мы можем с тобой покупать в магазине чуть ли не каждый день, если будет появляться здесь новый персонаж. Как раз должно хватить на неделю. Ну что, друзья мои, так, мутаген, это замечательно, что здесь у нас разыгрывается. Так, зайдем на турнирку и глянем. Смотрите, ребята, я до сих пор хотел сказать в Лиге Мастеров, а меня сбросили до Лиги Сёгунов, ранг 86. Ну что, давайте будем, как говорится, показывать свои зубы, да, и не сдаваться, только вперед, вперед и вперед, друзья мои. Ну что, начнем. А здесь, тут пока слабачки идут у нас, 60 уровни. Так что, наверное, мы здесь пока и сами справимся. Леонардо, если что, нам подсобит, да, своей вертушечкой. Есть небольшая опасность, потому что здесь есть Карайка и также Леонардо. То есть Леонардо как у нас, ну, я думаю, он не успеет тут даже ничего гаркнуть, как будет уже валяться, как говорится, кверху пузом. Ух ты! Секунду, подожди, ребята. А ну-ка, если вот таким ударом попробуем. Ну, Шреддер, отлично, красавчик. Так, а вот здесь, наверное, надо плевочек применить. Так, тихо. Блин, нет. А, хорошо, что мы не взяли с тобой каких-нибудь слабачков, да? Эти, как ты видишь, выдержали натиск. Ну и победа за нами. В общем, сегодня мы должны с тобой, ну, попытаться вернуться, опять же, в Лигу Мастеров. Желательно 3 звезды, но... как-то я сомневаюсь, что у нас получится это все дело. Так, Фроса... Лилиана и Кокс. А дадут мне что-нибудь 17-22, предположим, а? Нет, а во, 16... А, подожди-ка, 16-22. Давай тогда возьмем с тобой этого бойца, Леонардо. Через откатик заберем с тобой. Раз, два, три. И, наверное, я возьму сюда Кирби. Слушай, опасно брать, потому что здесь, опять же, Микеланджело может выпустить своих крыс. Ну, а Шархана, как ты понимаешь, мне... будет немножко обидно брать с собой. Вот теперь я в ступоре. Ладно, возьмем Тимати с тобой. Возьмем сюда Тимати. Я 100% тебе говорю, его пробить они не смогут. И вся сила только у меня на Лео. Вся сила, вся надежда именно на него возлагается. Так, смотрим. Видишь? Твою ж налево, что он чудит? Воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Блин, паукус, ребята, может упасть. Паукус может упасть, если вот этот вот халабуда сейчас... А ведь он, наверное, сделает. Ну-ка попробуем, может, заморозим его. Фух. Слушай, ну теперь все, теперь можно расслабиться. Хотя, подожди. У него же... Давай, короче, нейтрализатор, вали его к ядре, не фене. Нам еще одна массовая атака, и у нас бы паукус просто-напросто упал бы, ты понимаешь, да? Нам это не нужно. Тяжело, тяжело идем. Ладно, друзья мои. 59 место было, становится 33-м. Окей. Так, давай-ка мы с тобой возьмем здесь Ваньку. Да, возьмем мы Ивана. Но здесь уже придется, ребята, делать немножко хитрее. Для того, чтобы нам с тобой пройти как можно дальше, мне придется брать моих слабых персонажей и с помощью Усаги и Леонардо их протягивать. Ну, ты понял, да? Это наша, как говорится, уже запатентованная тактика-механика.
То есть мы с тобой только так и занимаемся. Соответственно, получаем высший ранг, и, соответственно, никто из наших бойцов не падает. И причем они, ребята, получают небольшой уровень, что немаловажно. Ну что ж, давай смотрим, куда мы с тобой перемещаемся сейчас. Была какая-то у нас 60. Так, 33-я позиция становится. Давай 10-ю. Ох ты, 6-я. Годится, годится. Так, вот здесь, пожалуйста, мне дайте кого-нибудь посерьезнее. Что вы мне тут подсовываете? 16-22. Ну, давай возьмем с тобой Томаса. Так, у нас сейчас будет 26 откатов. То есть 10 боев и еще 3. 13 боев. Я думаю, этого более чем достаточно для того, чтобы мы с тобой смогли добраться опять до топчика. Но давай подумаем, нам это нужно прям срочно? Я думаю, что нет. Неделя только началась. Времени у нас с тобой вагон. Поэтому можно дойти просто до Лиги Мастеров. 3 звезды. Не обязательно даже в топчик идти, да? В топчик мы всегда с тобой успеем зайти. И без этого. У нас сегодня будет арена. И пойдем проходить, конечно же, какой-нибудь из испытаний. Так, ну что, я нас поздравляю. Мы в Лиге Мастеров. Самое главное, что мы с тобой рекорд побили. Что в первый день отката мы сразу же с тобой попали в мастера 1 звезда, да? То есть мастер Лига Мастеров 3 звезды, а попали мы с тобой на первое место. Это, я считаю, вообще идеально было. То есть этот рекорд уже, ну, просто не перебить, его можно только сравнять. И все. Так, ну что Усаги здесь делает? В принципе, шикарно, ну, немножко Донателло, конечно, ухитрился избежать постепенного урона, но это ненадолго. Все. По красоте. Ну что ж, друзья мои, двигаемся дальше, посмотрим, какое мы сейчас с тобой займем место. 98-е, ну, я думаю, где-то 75-е. А, 78-е, немножко просчитался. Ну, ничего страшного. Тут там бабка показывает фак, да? Дамиан. Ну что же, Дамиан, придется тебя проучить хорошенечко, да, за такие фоточки. У меня тут как раз есть вот такая вот парочка ребятулек, которые с удовольствием тебе надерут уши. Уши мы ему надерем. Тем более здесь ничего страшного нету. Ну, Леонардо, но он вряд ли здесь успеет что-то сделать. Ваня Стиранка, сами знаете, вата. Вата и падает только на ура. Кто здесь еще может... Сплинтер, да, контратаку может сделать. И все. Завершающий удар от Леонардо, и они падают. Да, падают, так говорится, листья осенью. Ну что же, а мы идем с тобой. И сейчас, наверное, где-то будет позиция, я думаю, 50-я. 57-я. Окей, я согласен с этим. Так, Эдвин, Конор или Джулио? Эдвин, Конор или Джулия? Я, наверное, возьму Джулию. С вашего, друзья мои, позволения. Отыграем еще. Так, раз, два, третий. Короче, вот этих персонажей отыгрываем. Дальше мы туда не полезем с тобой, в самый дальний хвост. Ну, я думаю, что не стоит этого делать. Вот этих персонажей отыграем с тобой. И, в принципе, можно будет идти уже на испытание. Я думаю, к этому моменту мы с тобой уже перейдем как раз на... 3 звезды. Зачем я сейчас так сделал? Зачем? Фу, повезло, что иммунитет. Ребята, ты смотри, что я тут сейчас. Вместо того, чтобы сделать массовую атаку. Да, друзья мои, вот так вот бывает. Просто взяла во время игры и вылетела. Катка моя накрылась. Как вот такое? Как вот это можно объяснить, а? Сидишь, играешь, никого не трогаешь, бац, и вылетает на рабочий стол. Обидно. Но я ничего с этим поделать не могу, друзья мои. И причем засчитали мне проигрыш. Да, получается? Ну ладно, будем мстить. Че ж поделаешь. Кстати, ребят, сегодня новую видеокарту себе приобрел. Ну, не 3080. Ну, чуть-чуть послабже. Так что надо будет ее поставить в ближайшее время и протестить. Так, ну что у нас? 38 место. И здесь я возьму, наверное, Владимира, да, возьмем его.
Так, два наших бойца. И все, я как тебе говорил, не будем мы с тобой отыгрывать вот там вот дальников. Давай, раз, два, три. Вот этих проигрываем, всех, что остались. И идем с тобой уже на испытание. Так, здесь у нас два Микеланджело плюс муха. В общем, опять же, это все мясо. Мы просто это пускаем под нож. Усаги. Майки упал один. И, естественно, Леонардо всех остальных добивает. Четко все. Ну, я тебе говорил, что пока мы вот этих вот ребят будем отыгрывать, скорее всего, мы и доберемся с тобой до лиги мастеров 3 звезды. Потому что... ну, уже практически... в двух звездах с тобой находимся, а бойцов-то у нас еще хватает, и это радует. Так, жалко, конечно, что откаты мы с тобой тратим. Ну, а что делать? Ребят, что делать? Приходится вот выбирать либо откаты, либо маленькое место. Откаты мы с тобой получаем, да, практически каждый день по 10 штук можем заработать. Это хорошо, это радует. Плюс мы с тобой можем приобрести. 10 откатов у нас стоит сколько? Правильно, $250. То есть у нас уже есть деньги на 10 откатов. Ну-ка, давай бомбочку. Так, а теперь Лео, конечно же, Леонардо. В общем, смотри, по инициативе у нас идет первым Усаги, потом идет Зек, потом только Леонардо. Но я не знаю, если, например, Зека прокачать до 100 уровня, он, мне кажется, будет переплевывать даже Усаги. Есть такая вероятность. Ну что же, вот мы и в Лиге Мастеров. 95-е у нас с тобой место, 95-я позиция, и мы с тобой продолжаем. Берем здесь Дилана. Так, Леонардо Усаги идет в откат. Раз, два, три. Твою ж налево. Блин, не получится. Ну, будет где-то у нас с тобой 80-е, 70-е место. Судя по тому, сколько у нас персонажей осталось. Да, далеко мы не уйдем. Ну и, как говорится, переживать нечего. Так, смотри, неплохо, очень даже неплохо. Делаем с тобой вертушечку и падает. Замечательно, двигаемся дальше. Вот какое сегодня испытание будем проходить? Вот что меня больше интересует. Там есть одно похожее на девичью силу, да? По тем же самым персонажам практически. Может быть его? Или же какое-нибудь другое. Так, Оля, Оля. Такая грустная, что-то задумчивая. Ну ладно, Оля, давай разберемся тогда с тобой, чтобы немножко повеселело хотя бы. А то лица на ней просто нет. Поехали. Так, начинаем. Майки, естественно, ребята, даже у Майки здесь инициатива больше. Если он попадает к нам в отряд, то есть он делает первый удар, потом уже начинает только Усаги. Причем ты не забывай, что Усаги прокачан по фулке. Выше его инициативу, но никак не поднять. Так что вот такие пироги. Ну что же, идеальная победа. Мы с тобой продвигаемся дальше и сделаем все-таки последний бой. Потому что персонажей хоть у нас и нету, но один все-таки затесался там. Один. Из-за... во, 17-24. Из-за одного персонажа мы с тобой будем разыгрывать катку. Конечно же, это Рафаэль. Конечно же, ребят. Так, и вот так. Все. Сейчас мы сделаем вертушки. Я думаю, что они пробиться здесь не смогут через нас. Тем более здесь Пит, Донни. Нет таких ребят, которые, у которых бы была бы большая инициатива. Ты сам понимаешь, да? Вот сейчас мы накручиваем. Причем так прикольно здесь выглядит. Смотри, три бибопа. Три жирных кабана. Ну-ка. Донни, как ты выжил? Вот он меня иногда, ребята, удивляет. Как он мог выжить? Две массовые вертушки. Ну да, естественно, конечно, на нем не висел постепенный урон, но все равно он же выстоял. Так, и... ну, друзья мои, я считаю, неплохо. Неплохо, 38 место мы с вами зарабатываем. Можно, конечно, это все продолжить, но я думаю, не будем, да? А пойдем-ка мы с тобой на испытание. Сцены насилия. Да, я думаю, это как раз то, что нам нужно с тобой. Здесь мы будем зарабатывать именно на черепашках-оригиналах. И именно здесь у нас находится босс, да, который нас постоянно, ребята, выкидывает на рабочий стол. Ну, это если в том случае, если ты его не убьешь как можно быстрее, чтобы он не сделал свой паршивый крик. Если он кричит, все, ты проигрываешь. Если мы успеваем его
завалить, то все четенько. Так, ну сам понимаешь, первые вот эти вот бои самые легкие, потому что тут 10 уровень врагов. Тут, как говорится, даже переживать не стоит. Так, понеслась. Тыдыч. Иди отсюда. Так, и два маузера. И первая, ребят, волна у нас с вами пройдена. Ну что же, переходим тогда с тобой на второй эпизод. Так, а здесь кто у нас разыгрывался? Ага, Кейси Джонс. Здесь Донателло, Рафаэль, Майки. А вот дальше, дальше уже будет интересно. Единственное, я не помню. А, мы же с тобой это испытание проходили полностью, от начала до конца. При том, ребята, если мы еще получим 3 звездочки, да, мы сможем здесь с тобой фармить именно оригиналов. А оригинальчики-то нам нужны, согласись. Так что это вдвойне выгодно нам здесь играть. Так, давай переходим. И самое интересное, что первые вот эти вот 2-3 эпизода имеют всего лишь 3 волны. Вот дальше уже будет там 4, да. По-моему, максимальное количество это 5 волн. А на некоторых других испытаниях доходит даже до 7 волн. То есть, да, там приходится иногда долго бомбить. Но здесь ты, как понимаешь, все довольно легко и просто. Все, друзья мои. Так, а гигантский маузер пойдет, по-моему, первый с Леонардо оригинала, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Хотя я могу и ошибиться, ребят. Пока здесь будут мелкие вот эти вот маузеры, они нам не страшны. Блин, вот жалко, что здесь негде больше набивать именно платиновые осколки, а? Только в конце недели ты их получаешь. Да и то, ребята, нет, но мы с вами очень много времени потеряли. Если бы мы с тобой, например, бы сейчас бы, вот в данный момент, были бы год назад, у нас бы, наверное, очень много уже персонажей перешло бы в платиновый ранг. Потому что в тот момент мы с вами, ну, ты помнишь, добирались то до Лиги Сёгунов, то до Лиги Самураев максимум. Сейчас мы доходим до Лиги Мастеров, 3 звезды, первое топовое место, соответственно, по 75 платиновых осколков мы получаем из расчета, что 400 нужно для того, чтобы пропать одного персонажа в платиновый ранг. То есть, грубо говоря, как мы уже подсчитывали, с тобой месяц. Один месяц, один герой. Персонажей у меня здесь, ну, просто куча. Я не знаю, там их... Если их в общей сложности, наверное, где-то 50, может быть, чуть больше, чуть меньше. А у нас где-то с тобой переведено персонажей 10, 40 персонажей. Серьезно, это сколько лет получается, ё-моё. Еще 2 года, 2 с небольшим. Жесть. А после этого... После этого мы будем с тобой делать битвы по заявкам? Не знаю, ребята. Может быть, что-нибудь новенькое выйдет. Черепашки как бы ниндзя, вот смотри, сколько уже прошло времени, да, с первых самых этих мультиков, фильмов, игр. И они до сих пор актуальны, то есть, несмотря на то, что это как бы мое поколение, а именно в моем поколении они появились. Но дети, которые, даже вот сын у меня, да, который меня, смотри, насколько младше, считай, на 30 лет, и то они ему нравятся, хотя он даже их... Как бы не знает, что это такое. Ну, кто это такие? Как, с чего это все вдруг начиналось? Он знает, что это черепашки-ниндзя. Что некие такие черепашки, которые мутировались, да, их нашел такой же мутант-мастер, который превратился из человека в крысу, обучил их своему мастерству, да, мастерству ниндзюцу этого. И они стали, типа, ну, за справедливость наказывать бандитов, типа такого героя, да, героя, которые живут в канализации. Надо было еще придумать до этого. Вот. А мы, когда были маленькими, на наших глазах это все начиналось. То есть выходили вот эти мультсериалы 1989, по-моему, года или 8-го. Первый мультик я увидел по ним. Как раз вот эти вот самые-самые классические черепашки. Потом эти фильмы. Сейчас, конечно, кажется вот нелепые, да, когда люди там надевали эти костюмы черепашек, такие надувные. Как это все нелепо смотрелось, но для того времени это было очень круто. Для того времени. Конечно, сейчас все это у нас перешло в компьютерную графику, и поэтому вот последние вот эти вот черепашки-ниндзя-мутанты смотреть очень приятно, хотя выражение их лиц иногда пугает, потому что, ну, они как бы такие
не совсем уж и добрые, да, и милые, как они, например, выглядели в мультике. Так, что у нас тут? А, у нас уже 55 уровень, кстати, я тебе скажу. Уже мы дошли до оригиналов. Естественно, мы с тобой будем их зарабатывать все абсолютно. Так, и вот здесь босса еще нету. Друзья мои, не знаю, что происходит с игрой. Почему-то именно во время этой битвы у меня она крышится. Давай еще разок попробуем. Это уже третья моя попытка пройти именно вот этих черепашек. Так, сейчас, секундочку, посмотрим. Если не вылетит, то слава богу. Но три раза, ребята, вылетала игра. Так, слушай, пока вроде бы неплохо. Не знаю, в чем проблема, из-за чего это все происходило, но пока все окей. Так, сейчас попробуем их бомбануть. Слушайте, ребята, все отлично, не влетает. А знаешь, происходило то же самое, что на боссе. Я начинал делать удар, и игруха просто вылетала. Я даже не знаю, с чем это может быть связано. Обычно такого вообще не происходило. Хм. Ладно, давай поедем дальше. У нас осталось всего с тобой 3 эпизода. Хорошо, что сыр еще есть. Так что мы с тобой здесь, я надеюсь, прорвемся. Как будто у нас с тобой есть, да, какой-то другой выбор, прорвемся мы или нет. Так, ну что, тут, как ты видишь, уже 60 уровень противников. Маузеры. Так, единственное, кто у меня здесь слабенький, это Донателло и Железная Голова. Ну, 80 уровень, думаю, что здесь они справятся. А вот на последних эпизодах, я не знаю, может быть, их отключать. То есть не брать с собой. Но без них там будет очень кисло, поверь мне. Ладно, бомбим. Так, двигаемся дальше. У нас тут с тобой, как мы видим, 4 волны будет. И вот она вторая. Ну, с этим-то легко справляться. Что тут, ребят, да? Клан футовцы нам вообще здесь не угроза. Вот единственное, что меня бесит, они, ребята, не погибают сразу же, да? У них есть, как говорится, этот... защита от смерти. Видишь, она срабатывает. Успокойся. Так. Переходим с тобой на третью волну. И тут у нас... Донни, Раф, Майки, в общем, все оригиналы. Не хватает здесь только Леонардо, да? Ну-ка сделаем, наверное, вот так вот, сюриками. И удар ракетами. Минус двоечка, и Донни, конечно же, должен упасть. Четвертая волна, а здесь у нас будет уже босс, друзья мои. Вот с ним надо как можно быстрее справляться. Начнем, наверное... Хотя надо было сделать, наверное, ярость Рафа. А может быть, здесь и так сможем его сбомбить. Он все-таки 65 уровня, я думаю, он не успеет, ребята, здесь гаркнуть. Да. И мы здесь с тобой проходим идеальненько. Ну что же, остаются всего лишь 2 эпизода, которые мы сегодня обязательно пройдем. Рафаэль оригинальный к нам в копилочку упал. И остаются 2 эпизода. Донателло и Леонардо, да? 75 уровень здесь противников, как мы видим. Но разве нас это останавливало когда-нибудь, а? Скажи-ка мне на милость. Конечно, нет. Опять же, 4 волны. Тут я буду, друзья мои, наверное, сам играть. Потому что 70 уровень уже все-таки есть опаска на автобой все это дело спускать. Так, крики, возгласы. Так, получил. Получил. А здесь, так, отлично. Так, двигаемся с тобой далее. Здесь, наверное, сюрикены применим. Сразу 2 бомбанули и добьем просто. Блин, вот как они меня бесят, а? Не хотят падать. Так, сейчас я его попробую, наверное. Ну куда ты, а? Голодранец, тебя звали? Так, получил. И остается Маузер. Готов. Так, ну что же, 3-я волна, и вот они, черепашки. Я думаю, начнем с массовых атак. Первая. Так, вторая атака пошла от Леонардо. Готово. И опять босс, что ли? Что-то он тут зачастил, по-моему, тебе не кажется? Давай начнем с апперкота. Тыч. Ага, постепенно урон не повесили. Так, Майки, давай вторую атаку. Лео,
проникающий, и кто-то должен его добить. Друзья мои, это четвертая попытка пройти этого босса. Я не знаю, что происходит, он меня вырубает. То есть выкидывает на рабочий экран. Ребят, смотрите, я опять промахнулся. Что с ним не так? Объясни мне, пожалуйста. Я уже под бафами, как только, извини меня, его не бомбил. Так, ну что, попробуем, наверное. Давай через апперкот. Ну, есть. Твою же налево. Я весь сыр практически на него потратил, ты понимаешь? Весь. Ну, не считая того выброса, который был до этого. Твою же налево, ну, трындец. Оу, а у меня уже и не хватает сыра, ребята. На последний 8-й эпизод, ты прикинь? Офигеть, не знаю. То здесь выбрасывало, да, меня? То теперь на боссе 4 раза выкидывало. Что происходит? Что с игрой не так? Ну что, дорогие друзья, нам придется проходить с тобой вот это вот, но уже в следующей серии, да проходить, да, 8-й эпизод. Ну и городская война, тени на солнце. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.